Всем пламенный привет, друзья и подписчики нашего канала. Сегодня вновь у нас обзор немецких танкистов от компании MiniArt. В масштабе 1.35, номер набора 35198, если это кому-то нужно, представляет набор немецких танкистов, так сказать, на отдыхе. Автор данного бокс-арта Андрей Карачук. Сделан этот рисунок в 2015 году. На боковой стороне у нас имеется некоторая информация о других наборах производителя и описание на дополнительных языках. Изготовлен набор в Украине. Переходим к рассмотрению инструкции по сборке и окраске. По стандарту здесь у нас представлены рисунки будущих фигур и номера деталей, какие относятся к какой фигурке. Также внизу представлена таблица с красками и цветами, необходимыми для росписи или окраски данных фигурок. Ну, теперь перейдем к пластику, посмотрим, что у нас содержится внутри. А внутри у нас пакет с двумя рамками. Первая рамочка, самая маленькая, представляет фигурку танкиста в шинели. Качество литья хорошее, без обоя. Вот здесь можно рассмотреть лицо данного персонажа. Лицо довольно неплохое. Бывает, конечно, и лучше, но я думаю, что при хорошем старании из этой скульптуры можно вытянуть вполне себе приятное личико. Так, и второй летничок, рамочка, представляет также остальных танкистов и хрюшку. Давайте посмотрим хрюшечку. Хрюшка представлена у нас множеством деталей, то есть здесь сама тушка поросенка разделена на две части, голова, хвостик, пятачок и ушки даны отдельными деталями. Следовательно, можно ожидать довольно-таки детализированную хрюшу. Далее у нас детали вот для фигуры, которая стоит с накинутыми на плечи шинелью. Качество скульпта довольно неплохое. Облоя, как я уже упоминал, практически нет. Если он и есть, он минимален. Швы нормальные. Детализация одежды хорошая. Вот здесь рука, скажем, кулачок не очень. Но придется его как-то подработать и немножечко поправить. Лицо такого же качества, как и на предыдущей фигурке. На супер детализацию не претендует. Ну и цена данного набора, друзья, довольно-таки лояльная, скажем так. Для начинающих моделистов самое то брать такие наборы и собирать. Ну, здесь вот такой вот интересный персонаж. Такой с круглым лицом такой. Сытый парень. Вот, тут у него и пузико есть. Очень здорово сделано. Фотографии приложим уже по обычаю в конце выпуска. А на этом у нас, друзья, все сегодня. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Заходите в группу ВКонтакте, заходите в Инстаграм, присоединяйтесь к чату в Телеграме. И пока-пока!